Рвануло. Взлетел газ, да? Ну да. Классно было. Бля, блин, солдаты, блядь, подпалили, сука, блядь, съебываются и подпалили Краус. Надо там фотографировать. То есть выпустили бы. А что взорвалось? Автомобиль, наверное. Баллоны, блядь, в КамАЗе, блядь. КамАЗ же стоял с шинами, блядь. Да, его взорвали, подожгли, а теперь баллоны, блядь, хуярят. Ну или бензобак. А кто бензобак? Я думаю, что вот это наша бензобак. Доблестная украинская армия, блядь. Кому еще? Они ж там. СБУ, блядь, ебил. Подушкину взорвали. Да, Подушкин, блядь. Пошли, скажем. Тут летело. Может в партийку, а? А и роли только шо, блядь. Шо, блядь, все за... Ебать. Владимир Иванович, ты куда? Что ты, блядь, себе такой большой обстрелся? Отличник, блядь, воинской службы. Да иди, куда ты тих? Саша, ты расстреляю туда прятаться. Только не задрузишь, наверное. Да мы за забором, Владимир Иванович. Самый классный момент взял, блядь, кофту. Большое, блядь. Ты заснял, да, Денис? Вот эти туда, ну, уже руки набрать. Я хочу там еще туда, я зашел бы. Первый не заснял. Первый там, первый не заснял. Первый был. Нормально, то что там. Это третий уже раз. Первый раз, блядь. Из столовой. Там же два бака, первый бак. Пацаны, у кого хуйня? И второй бак. Взрываешься. Пора уже начинать. Куда тикать? Да я сейчас за забор хер пойду. А как мы, блин, будем тикать? У нас нет здесь подземного перехода. Да вот через забор, нахуй, через поля. С нами, конечно. Давай еще, блядь, взорвись. Скотчем окна, короче, переклеивать. Нахуй. Да ничего, блядь, баки эти. Там же два бака, нахуй. Первый взорвался. Иваныч, он дядя. Немножко, блядь, Картужин, у меня немножко голова болит от этой хуйни. Если что, за меня выпьешь, ё-моё. Давай на самолете за мной пролетай, ё-моё, что давай. Это самый стоял же шут тут близко. Тебе не интересно? Да там он стоял. Он стоял возле аэропорта. По-моему, вчера. Что ты за этого боишься? Да был, стоял, мы проезжали.